Сельчане тоже играют в хоккей. Пример – жители аула Каразюк в Нововаршавском районе. В 79 году первый хоккейный горок, я когда учился в 6 классе, мы сами, нам выделили затон. Материал дали такой необрезной, не готовый материал, там длинномеры, все. Мы это 6-7 класс, вот материал привезли, выделили трактор. И мы во время физкультуры, труда, в 79 году подготовили материал. Тогда молодежи много было, но в основном все школьники только строили эту хоккейную коробку. 27 января взамен старой хоккейной коробки открыли новенькую пластиковую. Объект был создан в рамках инициативного проекта за счет финансирования из областного и районного бюджетов. Плюс вклад местных жителей и спонсоров. Сегодня развивается хоккей, и значит, мы правильно все сделали, что дали развитие хоккея в этом районе и в этом ауле Каразюк. Большое им спасибо, что они думают и заботятся о своих детях. Инициатива по возведению современной хоккейной коробки исходила от местного спортивного активиста Талгата Курмашева. На протяжении нескольких лет он является наставником детских хоккейных команд. Огромное всем спасибо, потому что мы все вместе это сделали. Все, абсолютно каждый житель аула, каждый житель района, наверное, был за то, что здесь у нас появилась коробка. И здесь всем мира мы ее сделали. Поселок аул Каразюк, он заслужил, ребята, которые здесь занимаются. Я просто сюда приезжал ранее. Здесь кривые были борта, черные, гнилые. Сейчас прекрасные условия, прекрасная раздевалка. Теперь есть все условия, чтобы подготовиться к следующему этапу первенства по хоккею среди дворовых команд «Омские орлята». Для сельских мальчишек это один из важнейших турниров в сезоне. Кстати, по итогам зональных противостояний, которые проходили с 20 по 22 января в Нововаршавке, в финал вышла сборная команда района «Сокол». Основную часть дружины составляют хоккеисты из Каразюка. Самое время начать подготовку на льду новенькой хоккейной коробки.